Салкина Карина. Занимаюсь карате я уже 5-й год. В карате я пришла спонтанно. Сначала ходила на плавание к Пшеницыну Андрею Александровичу, а потом услышала, что идет набор в секцию карате, и решила попробовать. В этот спорт меня отдал мой отец. После первых моих соревнований, там я заняла 3-е место, я решила, что карате станет не моим хобби, а моей жизнью. Я решила тренироваться. С каждым годом мое мастерство улучшалось, техника росла. И сейчас я поехала на чемпионат Европы. Там я взяла 3-е место. Соревнования мне очень понравились, очень много положительных впечатлений. Приходя на тренировку, я получаю много позитивных эмоций. Учусь. Мы разговариваем на тренировках не только о карате, но и о обычной жизни. Мне дают какие-то наставления. Тренировки мне очень нравятся, я получаю от них удовольствие. Я смотрю «Катунь-24».